Мощные скидки. Всем привет! Лето не дает расслабиться, знойные дни сменяются дождливыми. И если вы любите проводить время на даче, вам не обойтись без шатра. Он защитит и от солнца, и от дождя. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Прежде чем решиться на покупку тента, нужно понять, из какого материала их шьют. От этого зависит водостойкость, защита от ультрафиолетового излучения и прочность. Полиэстер – сравнительно недорогая синтетическая ткань, которая почти не провисает, если намокнет. Это значит, что при затяжном дожде тент не придется часто подтягивать. Чтобы полиэстер не пропускал воду, на его поверхность наносят слой полиуретана. Тенты из силиконизированного нейлона. Нейлон прочнее и легче полиэстера, но провисает при намокании и быстрее разрушается от долгого воздействия солнечного света. Чтобы убрать эти недостатки и сделать нейлон непромокаемым, его покрывают силиконом с обеих сторон, с внутренней и с внешней. По водостойкости и прочности тонкий силнейлон сравним с полиэстером, но выигрывает в весе. Легче почти в два раза, компактнее почти в полтора. Тент из нейлона с комбинированным покрытием. Полиуретан наносят с внутренней стороны, а силикон с внешней. Эта комбинация дешевле, чем чистый силнейлон, а полиуретан позволяет сразу проклеить швы. Но при равном весе такая ткань уступает силиконке в прочности и долговечности. На сайте Озон тент «Шатер» сейчас можно купить со скидкой за 4485 рублей. Его прежняя цена – 5606 рублей. Прочный стальной каркас устойчиво фиксируется на любой поверхности, легко собирается путем соединения между собой труб защелками на концах. Модель имеет один вход, закрывающийся на молнию с двойным бегунком. Стенки шатра оборудованы москитной сеткой, что обеспечивает обзор и хорошую вентиляцию. Тент изготовлен из особо прочного высококачественного полиэтилена. Данный состав материала делает его воздухонепроницаемым, легким и устойчивым к УФ-излучению. Каркас изделия выполнен из стальных трубок с порошковым покрытием, предотвращающим сколы, шелушение, ржавчину. Материал соединения – пластик. На сайте Leroy Merlin тент-беседку сейчас предлагают за 13 778 рублей. Благодаря большой площади покрытия под ним легко поместятся стол и стулья. Размеры тента 3 на 3 метра. Материал, из которого он изготовлен, обладает водоотталкивающими свойствами и блокирует 90% ультрафиолетовых лучей. Беседка оборудована занавесками, чтобы вы могли быть полностью защищены от насекомых. Стальная конструкция не ржавеет и устойчива к атмосферным воздействиям. Чтобы продлить срок службы вашей беседки, тент можно заменить. На сайте CityLink тент садовый сейчас можно купить за 6890 рублей. Форма шестиугольник, цвет зеленый, оснащен москитной сеткой белого цвета. Размеры 2 на 2 на 2 метра 60 сантиметров. Каркас выполнен из стали. Материал тента – полиэстер. На сайте Wildberries тент шатер сейчас можно купить за 3146 рублей. Плотная крыша защитит вас от ярких солнечных лучей и небольшого дождя. Размеры шатра 3 на 3 метра, высота 2 метра 45 сантиметров, что позволяет комфортно разместить всю семью или целую компанию друзей. Тент быстро разбирается и собирается, в собранном виде не занимает много места. Материал полиэтилен и полиэстер, каркас, стальные трубки, цвет белый. На сайте Яндекс.Маркет тент-шатер сейчас предлагают за 4485 рублей. Прочный стальной каркас устойчиво фиксируется на любой поверхности. Легко собирается путем соединения между собой труб защелками на концах. Конструкция дополнительно закрепляется при помощи колышков и оттяжек. Модель имеет один вход, закрывающийся на молнию с двойным бегунком. Стенки шатра оборудованы москитной сеткой, что обеспечивает обзор и хорошую вентиляцию и позволяет отдыхать на берегах водоемов, не опасаясь насекомых. Мобильность шатра позволяет с легкостью менять его местоположение в зависимости от обстоятельств и желаний. Металлическая конструкция полностью разбирается. Тент в сложенном виде занимает мало места, что очень удобно при хранении и транспортировке. Тент изготовлен из полиэтилена. Данный состав материала делает его воздухонепроницаемым, легким и устойчивым к УФ-излучению. Максимальная высота шатра в собранном виде 2,5 метра. Размеры по основанию 3 на 3 метра. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!